Сейчас уже именно стоит так вопрос. Екатеринбург расширяется. Близлежащие города, такие как Первоуральск, то есть находятся по коммуникациям достаточно близко. И обсуждали вопрос агломерации каких? То есть расширение границ Первоуральского городского округа для дальнейшей застройки территорий. Вот в частности у нас не далее, как на той неделе состоялось совещание в правительстве именно о подобного рода проекте в поселке Канал. Это не далее, как Флюс. То есть это как раз таки вот элемент агломерации. То есть большой поселок, то есть там предполагается порядка 500 тысяч квадратных метров. То есть это с учетом всех коммуникаций, но, конечно же, здесь будет участвовать область, частично муниципалитет, но муниципалитет больше, так скажем, административным ресурсом. Вот, как то подготовка всех регламентов, то есть документов территориального планирования и так далее. Что касается строительства культурного центра, то создана рабочая группа, где администрация участвует, опять-таки, вот я говорил, что механизм территориального планирования, где нужно будет объединять земельные участки, изменять ПЗЗ, это правила землепользования и застройки и так далее. То есть работа сейчас идет, по моей информации, то есть уже вот приезжал представитель Министерства культуры Российской Федерации сюда к нам в город, то есть была рассмотрена площадка, и сейчас идет подготовка именно документов к ПСД. По составлению проектно-сметной документации.